Всем привет! Вы смотрите видео, зачем я снимаю видео? Я так подумал, поразмышлял и подумал, что ответить на этот вопрос, зачем я снимаю видео. Не пишите в комментариях, почему я повторяюсь. Это как такая есть фишка, сарказм. Есть люди любят шутить на видео. Так и мою фишку надо усвоить. То, что я люблю иногда повторяться. Мне нравится повторяться. Зачем я снимаю видео? Я снимаю видео, потому что есть я, живой человек, есть YouTube, и туда я выкладываю свое видео. Если не было бы YouTube, и я не знал, что такое интернет, я бы не снимал бы видео и не выкладывал туда бы. То есть я бы не загружал бы туда. Я снимаю видео, потому что меня смотрят старые подписчики, и меня смотрят люди, которые меня достаточно неплохо знают. Это мои однокурсники, одноклассники и даже родственники. Мне пришла такая мысль, но это будет звучать как шутка. Я бы снимал видео про то, что как я отбираю у блогеров камеру, вот такие вот камеры, всякие разные, хорошего качества, плохого качества, и разбивал бы эти камеры, видеокамеры, молотком, короче, и говорил им-то, и типа такой говорил на видео, зачем вы снимаете видео, вы типа, вы болезнь Ютуба. Ну, конечно, я шучу, я бы ни одного блогера бы не разбивал бы их на камеру. Зачем? Я снимаю видео, потому что мне это нравится. Но не только это мне нравится, я просто могу делать прикольные фишки. Я снимаю видео, потому что вы меня знаете уже давным-давно. Я все-таки не первый год занимаюсь Ютубом, знаю частично, что в нем происходит, как люди могут в нем зарабатывать. Понимаете, каждый снимает, кто-то для юмора, кто-то хочет на этом заработать, кто-то пиарится, кто-то хайпит. А кто-то просто снимает, вот как я просто снимаю это видео и задался таким вопросом, зачем я снимаю видео? Наверное, еще раз повторю, пока есть интернет и YouTube, и я живу, я буду снимать видео. Еще дополнительно так скажу, мне пока никто ничего не предлагал, например, идти в радио, идти сниматься в кино, или в какие-то идти в другие проекты, которые не связаны вообще с YouTube. Возможно, что к этой теме я еще вернусь, зачем я снимаю видео. А на сегодня пока что все, ждите следующее видео. Тем на самом деле у меня очень много о чем снимать, может быть, какое-то в течение времени я буду снимать видео про вопросы и на них ответы. Ну, допустим, что такое интернет? Может быть, это тупо, но может быть, для какого-то развития, для моего канала, для вас, может быть, это и нужно.